23 апреля 1887 года читатели «Самарской газеты» были просто ошарашены заметкой, опубликованной на страницах этого издания. Заметка называлась так: «Самоубийство и детоубийство посредством угара». Никогда не отличавшаяся особенной нежностью нравов, на этот раз Самара замерла от ужаса. Да как такое вообще могло прийти в голову? Но оказывается, могло. И отныне будет повторяться еще не раз и не два. На этом диком, страшном свете ты, друг полночных похорон, в высоком, строгом кабинете самоубийцы. Телефон. Как такое вообще могло прийти в голову? Она же мать. А впрочем, какая она мать? Таких матерей надо держать в смирительных рубашках в сумасшедшем доме и не выпускать оттуда ни на одно мгновение. Самарцы на все лады обсуждали приключившееся и не могли взять в толк, как такое зверство произошло в их городе. 21 апреля, совсем неподалеку отсюда, на Алексеевской улице, в доме Вержбицкого, была найдена мертвой с двумя малолетними детьми некая госпожа Осипова. По осмотру комнаты погибшей было установлено, что причиной смерти стал стоявший на окне горшок с остывшими углями. Полицейские выяснили следующее. Клеопатра Осипова, а в девичестве Лукашевич, родилась в Бессарабии, окончила в Самаре гимназию, а в 1873 году отправилась из Самары в Санкт-Петербург, где сделалась слушательницей Императорской медицинской академии. Вот там-то, обучаясь в академии, она и познакомилась с идеями анархистов. Что было дальше? А дальше был фиктивный брак с неким Владимиром Осиповым, который помог беспокойной Клеопатре вырваться из-под домашнего ареста, устроенного ей ее перепуганными родителями. Еще было так называемое хождение в народ. И уже не фиктивный, а настоящий арест, который случился в 1875 году. Кстати, будет сказать, именно тогда, еще за 10 лет до приключившегося, а в доме на Алексеевской улице, знакомый семьи самарский врач Португалов обнаружил у юной Клеопатры признаки душевного расстройства. Именно в силу этого ее освободили из-под ареста в 1875 и не привлекали к суду по делу 193. Но вот теперь, 10 лет спустя, душевное расстройство нашло-таки свою бедную Клеопатру и свело ее в могилу. В мае 1911 года на страницах «Самарской газеты для всех» был помещен некролог на смерть покончившей с собой артистки Самарского театра на Барбышиной поляне Островской по сцене Ипполитовой. Девичья фамилия артистки, сообщалось в некрологе, Куприна. Покойная приходилась двоюродной сестрой писателю Куприну. О том, что заставило артистку свести счеты с жизнью, газета не сообщала. А в ночь на 23 мая 1911 года кровавая драма, как ее сейчас же окрестили самарские газеты, разыгралась на Соборной улице в доме кондуктора Уманцева и его жены Елизаветы. В течение полутора месяцев после этой драмы
самарской полиции не удавалось выяснить никаких подробностей, кроме того, что не требовало комментариев. Сам кондуктор Уманцев был мертв, а его жена Елизавета лежала в больнице со множеством ран на голове и не приходила в сознание. Только ближе к середине июля Уманцева начала немного поправляться и говорить, хотя давалось это ей по-прежнему с большим трудом. К тому же врачи запрещали полиции допрашивать ее, опасаясь за здоровье больной. Тем не менее, в несколько приемов Уманцева сумела рассказать родному брату о том, что случилось в ее семье. Когда муж, уговорив ее помириться и жить вместе с ним, привез ее из Бузулука в Самару, Уманцева еще долго не соглашалась остановиться в его доме. Дескать, ей было стыдно перед соседями за побег и скорое возвращение назад. Но муж убедил ее. Дескать, чего только в жизни не бывает. Когда по приезде к мужу Уманцева решила отдохнуть с дороги, он лег вместе с ней, предварительно заперев дверь. И вдруг неожиданно набросился на жену и стал душить ее. Вот почему Уманцева больше месяца не могла говорить. Сильной рукой муж повредил ей голосовые связки. Ну а после ударов топором по голове Уманцева и вовсе потеряла сознание. Поэтому ничего не помнит о том, как муж покончил с собой. И весной и летом 1911 года Самара была еще очень небольшим по сравнению с сегодняшним днем городом. И слухи обо всех несчастьях очень быстро разлетались вот по этим улицам. Но вот о том, что заставило спокойного, как о нем отзывались все соседи, кондуктора Уманцева едва не покончить с женой и лишить себя жизни, спросить было некого. И оставалось только строить предположения. 2 июля 1911 года в 7 часов вечера в курзале Струковского сада отравилась уксусной эссенцией, служившая посудницей. В этом же курзале мещанка Егорова. В оставленной ею на имя родных записке Егорова сообщила, что решил свести счет с жизнью вследствие того, что ей надоело жить. Отравившуюся, сообщалось в газетах, отправили в земскую больницу. А уже буквально на следующий день, 3 июля, около лесных заводов за рекой Самаркой был найден висевшим на дереве неизвестный мужчина, одетый в форменную офицерскую тужурку с артиллерийскими погонами, на которых были вышиты буквы КРК и черные с красными кантами брюки. При осмотре одежды неизвестного в карманах его платья не было найдено никаких документов, удостоверяющих его личность. Труп неизвестного был отправлен для вскрытия во вскрытный дом. А вот история еще одного самарского самоубийцы, возможно, известна только вот этим кирпичам, изготовленным на одном из самарских кирпичных заводов. В июне 1914 года Самара была поражена известием о внезапном самоубийстве владельца этого завода Густава Богдановича Ротмана. Самоубийство на этот раз произошло на немецком кладбище, куда сейчас же после происшествия отправились сыщики. Они осмотрели буквально каждый сантиметр и расспросили всех, кто мог хоть что-то знать или слышать. В итоге сыщикам
удалось установить следующее. На кладбище Густав Ротман пришел рано утром и, встретив сторожа, долго расспрашивал его, кто и где похоронен. По другой версии, интересовался он только могилами родственников и, получив ответы на все интересовавшие его вопросы, вежливо поблагодарил сторожа и пошел прочь. А придя на место, которое он, очевидно, искал, Ротман аккуратно расстелил на земле пальто, несколько поодаль воткнул в землю зонт, лег на расстеленное пальто и положил на грудь визитную карточку. После этого, зажав в руке револьвер, он выстрелил раз и другой. Смерть последовала немедленно после второго выстрела. По слухам, причиной самоубийства Ротмана стали семейные неурядицы. Впрочем, были и те, кто говорил, что на личном фронте у него было все чудесно. Одним словом, причины так и остались неизвестными. А вот эти кирпичи уже больше века хранят молчание. А вот 19 августа 1911 года в сибирских номерах на углу Ильинской и Льва Толстого покушалась на самоубийство крестьянка Махина 20 лет с каковой целью и выпила полстакана раствора сулимы. Но благодаря медицинской помощи, поданной ей врачом Каменским, бедная крестьянка, которая, как известно, тоже любить умеет, осталась в живых, и, как писали газеты, никакая опасность ее жизни не угрожает. Причина покушения и самоубийства, сообщали те же газеты, осталась невыясненной. А мы возвращаемся в апрель 1887 года, когда в одном из самарских домов покончила с собой и с двумя малолетними детьми Клеопатра Осипова. Как заявила ее кухарка, еще вечером госпожа сама вынесла в комнату горшок с горящими угольями и заперла за собой дверь, велев не беспокоить ее. Беспокоить Осипову было себе дороже. Как было прекрасно известно и кухарке, и соседям, она уже давно страдала признаками душевного расстройства и могла отреагировать на такое беспокойство, мягко говоря, не совсем деликатно. По всей видимости, в припадке умопомешательства Осипова и совершила самый безумный из всех своих поступков. Лишила жизни себя и двух своих детей, 7-летнего сына Олю и 9-летнюю дочь Катю. Кстати, в посмертной записке Клеопатра Осипова написала, что была отравлена лечившим ее врачом посредством прописанных ей микстур. Вот такие невеселые истории случались на этих самарских улицах более столетия назад. Разумеется, жизнь в конце 19 и в начале 20 века не была одноцветно серой. И наряду с невеселыми событиями случались и радостные. И о них мы вам тоже расскажем, но это будет уже в следующий раз. И только голос птица, летит на пиршественный сон. Ты – избавление и зорница, самоубийство, телефон. С вами был Михаил Перепелкин.